Ну что же, Сергей Чекал, пришло время переходить уже и к вам. Сергей Чекал, дорогие друзья, сегодня у нас единственный виновник того самого заключительного 29-го эфира. Почему я говорю заключительного? Потому что завтра у нас 31-й, последний день. И, ну, я не думаю, что еще кто-то рискнет в последний день подать заявку. Итак, добрый день. Решил еще раз принять участие в конкурсе «Твой шанс». Ну, Сергей, вы уже принимаете. Это скорее новая песня принимает уже участие в нашем сезоне. В этом сезоне шестом. Песни пишутся не каждый день, да, согласимся. Это довольно долгое и трудное занятие, а результат бывает не такой, как предполагаешь сначала. О да, казалось бы, ну, много песен мы слышим, какие-то заходят сразу и живут долго. У каких-то бывает немножечко, как говорится, долго запрягаются, но потом выстреливают. Ну, а есть такие проходящие песни, которые вот послушали, ну, понравилось, но и забыли сразу же. Ну, надеемся, что песен в этом году было предостаточно, как я уже сказал. Ваша песня, она 150-я в этом сезоне. Итак, я не являюсь певцом, продолжаю читать то, что написал о себе Сергей Чекал. Для меня это такая вынужденная мера. Я себя отношу скорее к авторам и не пишу эстрадных песен. Конечно, мне ближе авторская песня, которую я предлагаю вашему вниманию, которую сейчас мы, дорогие друзья, с вами и услышим. Называется она «Живешь в квартире». Аранжировку к данной композиции написал московский музыкант, гитарист Василий Кузнецов, которого Сергей Чекал особенно благодарит. Ну что ж, Сергей Чекал, дорогие друзья, на нашей виртуальной сцене со 150-й песней конкурса «Твой шанс» на радио «Шансон Плюс». Называется она «Живешь в квартире». Живешь в квартире в закрытом мире, а где-то бродит твоя мечта. Чего уж плакать, везде клоака и нищета, и суета. Чего уж плакать, везде клоака и нищета, и суета. От скуки пухнешь, валяй на кухню, нажми на кнопку, я приду. Нальем полнее, хоть за идею, пусть и добытую в бреду. Нальем полнее, пусть за идею, добытую в полубреду. Чем обусловлен их быть сословный, и ты, конечно, свой выбрал путь. Эх, хорошо бы, теперь был шоу, со всею шоблою блеснуть. Эх, хорошо бы, хоть раз бы в шоу со всей шоблой той блеснуть. Не зря назвали котика Вали, героем стал, хоть ростом мал. И без сомнения ждет тех забвенья, кто даже в шоу дом блистал. И без сомнения ждет тех забвенья, кто даже в шоу дом блистал. Как знать ли глупо идти по трупам, а ты иди, не голоси. Давай с наскока, ты стань пророком, здесь не хватает, так мести. Давай с наскока, ты стань пророком, здесь не хватает, так мести. Был поумерти, вопрос о смерти нам предстоит еще решить. Но если выжить и прыгнуть выше, то значит так тому и быть. И стоит выжить и прыгнуть выше, и значит так должно и быть. Вот примерно, что может происходить, когда живешь один в закрытой квартире и смотришь только лишь один телевизор. Но правильные выводы вы сделали, Сергей. Да, все это шоу, что бы ни происходило вокруг нас, все это какой-то сюр, какое-то злое шоу. Еще раз, дорогие друзья, желаю всем мирного неба над головой и искренне очень сильно надеемся, что это вакханалия
который сейчас происходит, очень скоро закончится. Главное, как говорил маэстро, будем жить. Недавно, кстати, я был на могиле Леонида Быкова и испытывал особое чувство. Итак, дорогие друзья, это был Сергей Чекал. «Живешь в квартире» 150-я песня конкурса «Твой шанс» на радио «Шансон Плюс», которая и заканчивает, скорее всего, заканчивает этот 6-й сезон. Спасибо вам, Сергей, за ваше творчество, за те мысли, которые вы даете в ваших текстах, в ваших песнях. Ну и благодарим Василия Кузнеца за аранжировку. Спасибо, Сергей. Спасибо всем, кто принимал участие в этом 6-м сезоне конкурса и проекта «Твой шанс» на радио «Шансон Плюс». Ждем вас, дорогие друзья, на гала-концерте. Еще раз напомню, что минимум 10 дней, максимум 15, как я говорил. Почему вот такой разбег мы даем в течение 5 дней? Потому что в Европе не так-то просто все с интернетом, как дома у всех. Ну, кто был в Европе, тот знает. Роуминг там стоит дорого. А чтобы переслушать 116 песен, которые проходят у нас по конкурсу, согласитесь, на это нужно время. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо вам, дорогие слушатели, что вы с нами. И спасибо, если вы делитесь ссылкой на наше радио со своими друзьями на всех своих соцстраницах. Услышимся в гала-концерте очень скоро. Следите за новостями на нашем главном сайте radioshansonplus.com. Спасибо всем за внимание.